Здравствуйте, дамы и господа. Мы сегодня находимся в спортивном комплексе «Камчия» в Болгарии, где сборная команды Болгарии, а также представитель Сербии, которые поедут на Олимпийские игры в Токио, проводят последние тренировочные дни. И мы сейчас сделаем небольшой репортаж, и вы посмотрите, как проходит эта последняя сегодняшняя завершающая тренировка перед отъездом спортсменов в Токио. Также здесь присутствуют два моих ученика болгарских. Это Любомир Грозданов и Васко Бончев. Давайте посмотрим на тренировку. Вы можете видеть здесь Александр Кукоч из Сербии, который в этом году стал серебряным призером чемпионата мира в категории 100 кг. Он здесь готовится к Олимпийским играм. Также здесь другие спортсмены из разных клубов Болгарии, но в основном идет подготовка именно ребят, которые участвуют в Олимпийских играх. Это Ивайло Иванов, вот он. И Венислав Герчев. Прерываемся и потом снимем следующий этап и возьмем потом несколько интервью.